На территории яхт-клуба на центральном пляже самые сильные и выносливые спортсмены курорта состязались в том, что на первый взгляд кажется невозможным. Махи-гирями, словно это легкие детские мячи или перекатывание покрышки. Вес шины достигал 250 килограммов. За 90 секунд нужно было преодолеть дистанцию 25 метров. Силовая прогулка с внушительным весом – это развлечение для настоящих мужчин. Кроссфит-воркаут и силовой экстрим – это ярко и зрелищно. На грани фантастики упражнения в направлении фристайл-воркаут, где за 3 минуты спортсмены могли представить свои силовые и акробатические упражнения на турниках. Соревновательный процесс разбавляли выступления девушек из студии танца «Модерн», шоу-балет «Пандора» и показательные выступления представителя спортивного клуба «Импульс», бронзового призера открытого международного турнира и фестиваля «Белые ночи» Петербурга-2014 по гиревому спорту Дениса Егорова. Спортсмены подарили зрителям бурю эмоций, зарядили позитивом и заставили всерьез задуматься о возможностях человеческого тела. Главное – захотеть.